На этих деньгах хорошего ничего не будет, ни в будущем, ни в настоящем. И будут падать также самолеты, которые строили без любви, и которые эксплуатируют без любви, и которые управляют люди уставшие или с недосыпом. И также автобусы будут аварии эти, и также пароходы, и теплоходы, и на улицах. И вся наша жизнь, все наши несчастья и все беды будут происходить из-за того, что мы потеряли слова такие. И слова «любовь», «дружба», «семья», «мир» – все это строится на деньгах. Вот в чем самая главная первопричина. И это приведет только к катастрофам, гибели очередным. И чем дальше, тем хуже. Вот такой пессимистический прогноз. Другое дело, что я и хочется верить, ну, очень хочется. Когда, если вот эту веру, когда мы теряем ее, а в вере, в молитвах в этих, и в Библии, и в любой религии, в исламе и так далее, все это написано, и предостережения все эти есть. Но, к сожалению, мы за этим зарабатыванием, за этим погоней за золотым тельцом забываем простые истины, которые бы могли спасти нас, но